всем огромный привет, мои хорошие, вам солнечной Испании. Я вас хочу сегодня поздравить с огромным христианским праздником и днем Святого Николая Чудотворца. Я хочу вам пожелать, чтобы Святой Николай всегда охранял ваш дом от зла, одарил вам только любовь, покой, добро, чтобы исполнял все ваши желания, чтобы всегда слышал ваши молитвы, мои хорошие. Я желаю вам всего-всего хорошего. И прежде всего, конечно, я хочу вам пожелать это огромного, крепкого здоровья. Вы у меня самые лучшие. И я хочу, чтобы не только у нас, но и у вас у всех был все только самое хорошее и самое золотое. Я вас очень-очень сильно люблю. Хотя зимний Николай, да, должен быть снежок и мороз. Но у нас вот так вот сегодня солнечная погодка. Вот. Мы с друзьями вышли, как всегда, по нашей традиции, в парк. Будем отмечать праздник, дети будут гулять, а мы будем наслаждаться ярким солнышком. Так что я вам тоже посылаю лучики добра, лучики тепла. И хочу сказать, что вы у меня самые лучшие. Я вас всех люблю. Просто обнимаю. Пока-пока.